Программа предназначена для аудитории от 16 лет. «12.06» в Кирове. У микрофона Светлана Занько. И Александр Асохин. Добрый день. Еще раз здравствуйте. Ну что, второй час разворота. И переходим мы, опять же, с темы образования к системе культуры. Областной художественный музей имени Васнецовых выиграл грант на интерактивный проект. Но это не главное. И не только, как и выяснилось только, тут да. В перерыве. Да. Много различных мероприятий, выставок грядет в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых. И обо всем этом мы сегодня поговорим с директором учреждения Татьяной Мазур. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, я очень рада снова быть с вами. И мы. И вообще без улыбки не начинаем эфир, когда вы в студии. А у нас есть опрос на сайте hakira.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы тут отслеживаем из месяца в месяц, из года в год, как меняется настроение людей в отношении ночи музеев. Замечательно. И вот мы спрашиваем, на ночь музеев в конце мая вы пойдете или нет? Там хожу в первый раз, была пару раз. Или был, никогда не был, но собираюсь, не ходила и не собираюсь. Вот какая ситуация в ВКонтакте? ВКонтакте на первом месте не совсем приятная, конечно, картина получается. На первом месте никогда не был, но собираюсь, и никогда не ходил и не собираюсь. Никогда на не втором был. Месте был пару раз. Ну, никогда не был, но собираюсь 100% на сайте. Каждую ночь стоит очередь. Да. А нас, честно говоря, иногда, как жалуются музейные смотрители, просто сносит вот этой волной посетителей. Поэтому, когда наших сотрудников спрашиваем, как будем рекламировать ночь музеев, ну, скажу честно, говорят, не надо. Молчите. Куда вы опять собрались, Татьяна Сергеевна? Ничего тут на радиостанции не рассказываете. Ну, кстати говоря, у нас был в первом часе Константин Бажин, исполняющий обязанности проректора по проектной деятельности. Тоже опасаются. Он сказал то же самое, что у них в инжиниуме будет естественная история в ночь музеев. Мы и они тоже... переговоры, да, 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 они обращались к нам за опытом определенным проведением. Как устоять. Мы тоже планируем, если все нормально, тоже не хочется пока всех секретов открывать. Но кое-что мы сегодня расскажем же, правда? Да, мы кое-что расскажем, но в инженерии мы тоже хотим принять участие. Отлично, все расскажем сегодня, но мы хотели бы начать немного с другого вопроса, пройти просто мимо невозможно. Центр города, Театральная площадь. И мы хотим понять, когда все-таки будет отреставрировано окончательно здание особняка музея. И, собственно говоря, а что с мраморным зданием музея? Ведь было принято решение о выделении средств из резервного фонда президента Российской Федерации еще в 2016 году на ремонт этого здания. Ну, если можно, я немножко коротко. Значит, что касается особняка. Мне сложно говорить о сроках завершения работ по одной простой причине. Потому что пока мы не знаем, каким образом, в какие сроки, в каких объемах будут выделяться деньги из областного бюджета на продолжение работ. Сейчас мы подали заявку в так называемые майские поправки и, в принципе, проинформировали как бы руководство. И, надо, Министерство культуры собирало эту информацию, прежде всего, чтобы информировать руководство области о полной сумме для завершения ремонтных работ и, условно говоря, сдачи под ключ. Ведь, еще раз повторюсь, там не только ремонтные работы, там оборудование, монтирование технологических систем, системы вентиляционные очень сложные, лифта. То есть это все вот по окончательной смете больше 33 миллионов. Вот когда уже там до копейки выбирали, вот такая сумма. Значит, сразу хочу сказать, конечно, вопрос всех интересует о так называемых протечках, которые сейчас выступили на фасадах. Ну, я могу сказать, что сейчас мы ждем заключения независимой экспертизы. Плюсом мы ждем, если все нормально, на следующей неделе приезда авторов проекта, потому что, будем так говорить, на момент сдачи работ это было все выполнено, технадзор принял, работы были выполнены, условно говоря, в соответствующем качестве, ничего не говорило. О таком возможном вот проявлении наполнения влажности стен. Поэтому, когда в феврале это все начало случиться, мы, естественно, оперативно и строители уведомили, и авторский надзор, собственно говоря, тех проектировщиков. Вот сейчас, условно говоря, идет выяснение обстоятельств все-таки. Но понятно. То есть март, апрель и уже май. Дело все в том, что это, ну как вам объяснить, это не совсем
То есть вот эти все выяснения идут параллельно. То есть сейчас идет процесс сдачи объекта. Объект принимает, во-первых, ну, еще несколько слов. Значит, приемка осуществляет сначала авторский надзор, вот который, собственно говоря, приедет. У него сроки по контракту не завершены по приемке. А следующий этап – приемка Министерством культуры как надзорным органом за сохранением памятников культурного наследия. Это следующий объем, который тоже 30 дней. То есть все в идеале завершится по приемке должно только в июне. Параллельно, естественно, выясняются обстоятельства, потому что мы прекрасно знаем, что по контракту наш подрядчик все равно выполнит гарантийные работы. То есть эти стены будут отремонтированы. Другое дело, что можно понять и подрядчика, что если это связано с тем, что не проводятся работы, не продолжаются внутри, и это намокание стен идет из-за того, что не весь объем сделан внутри здания, и идет накопление влаги, и что вентиляция не смонтирована, гонит сегодня влажность вовнутрь, то есть это надо искать причину такую, чтобы понять, как это устранить, если, предположим, работы не будут продолжаться в дальнейшем. То есть речь надо будет вести тогда о консервации какой-то, то есть проведении специальных работ. Это то, что касается Репинского особняка. Еще раз говорю, мы постоянно на контроле, мы постоянно, еще раз говорю, все время работаем с подрядчиком. В принципе, он и так уже наказан, он заплатил более полумиллиона, больше полумиллиона штрафов заплачено. И, по сути дела, они прекрасно понимают те обязательства, которые они просто обязаны выполнить в ближайшее время. А что касается мраморного здания? Мраморному зданию. Здесь печаль немножко другого федерального уровня. Дело в том, что в соответствии с бюджетным процессом деньги были выделены действительно в конце года, в декабре. Они, естественно, в соответствии, опять же, с бюджетным кодексом были возвращены федеральному бюджету. В областной бюджет они до сих пор не поступили. Мы, как говорится, бьем тревогу на всех уровнях. И вот вроде бы в апреле, я знаю, что Министерство культуры подготовило, поскольку они будут основными получателями этих средств, как главный наш... он наш учредитель, он нам только передаст. Соглашения будут между двумя министерствами культуры заключаться. Вот эти деньги до сих пор не поступили. Мы тоже, честно говоря, в шоке пребываем, потому что по проектной документации, которая прошла экспертизу и на которую выделили деньги, работы должны не меньше 180 дней вестись, то есть полгода. Если учитывать, что конкурсные процедуры, аукционы, вот в идеальном, понимаете, вот как день в день, без всяких там просрочек при проведении согласований, они оцениваются в полтора месяца. Уже не успеваем. Вот получается, не успеваем. Но мы, во-первых, верим, что по той информации, которая поступила, что, может быть, даже на этой неделе, возможно, финансирование федеральное должно и поступить. Мы в Москву звонили, и в администрацию президента набрались наглости, звонили. Они тоже, в общем-то, высказали свою обеспокоенность. Ждем со дня на день. Все готово. Мы, собственно говоря, документацию подготовили еще где-то уже в феврале, она у нас была готова. То есть мы были готовы в любой момент зайти на конкурсные процедуры. Напомните, пожалуйста, Татьяна Сергеевна, что планировалось отремонтировать? Для нас очень важные работы по замене окон. Вот все окна, и включая так называемый верхний свет, входная группа витражная, все должно быть поменяно. Потому что для нас сегодня температуры неприемлемо низкие. Что там говорить, в холле у нас, в общем-то, иногда даже обогреватели направляем, чтобы хотя бы чуть-чуть обогреть в зиму. Особенно эта зима показала, что у нас невыносимо холодно. Далее, очень важный момент, это то, что касается так называемых аварийных зон, где у нас осыпается мрамор. Мы и так уже чуть не потеряли Шишкина, эскизы его, когда гранитная эта плита мраморная упала на витрину, потому что у нас зона выставочно располагается и, будем так говорить, по галереям вот этим нашим по лестничным. И, конечно, это опасность. И я думаю, что каждый, кто, как это сказать, никогда не ходил, но собирается прийти в наш Вятский художественный музей, в ночь музеев, обратит внимание, стоя в очереди на крыльце, что оно крайне просело, и это тоже за собой влечет осыпание наружных. То есть
Сыпание в нужных скалон, вот эта отделка мраморная, это действительно тяжелые плитки, это достаточно опасно. Но я еще раз говорю, кто придет, не волнуйтесь, мы обеспечиваем безопасность, но тем не менее для нас это очень важная работа. И вот в такой ситуации, что мы волнуемся, очень сильно волнуемся и переживаем. Татьяна Сергеевна, перед перерывом у меня короткий вопрос. Вот в связи с этими затягиванием, постоянным откладыванием, не придется ли заново проектно-сметную документацию составлять? Вот если деньги придут в этом году, условно говоря, ну, хотя бы в мае, да, то мы все успеем. В смысле, не потребуется изменений каких-то вносить. Если вдруг все уйдет дальше, то вполне возможно Москва потребует актуализировать заявку, тогда мы можем попасть снова на деньги, которые потребуются для проведения работ по актуализации проектно-сметной документации. Нам нужно прерваться буквально на 30 секунд, и после мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Здесь в студии Александр Асохин и Светлана Занько, а также Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых. Мы анонсируем Ночь музеев везде и повсюду. Он абсолютно 18 мая будет проходить по всей стране. Неправильно. Ой. 18 мая, Светлана, вы вместе с нами отпразднуете замечательный праздник. День музеев. А вот сама 21-го? Ночь 20-го. 20-го. Я чувствую, что я как отпраздную с вами 18-го. Так 20-го в Ночь музеев. С 20 по 21. Ну, будем получается. Так говорить. Считается 20 в ночь на 21. Кто готов, как говорится, гулять позже. Я просто сразу хочу сказать, что тем, кто собирается к нам, у нас время начала по нашим филиалам разведено. Самых маленьких, замечательных, наших любимых мы приглашаем на усадьбу Хохрякова, и там все начнется в 14 часов. Наших самых продвинутых, кто жаждет такой драйва современного, естественно, это площадка выставочного зала, она начнет работать в 4 часа, а мраморное здание, торжественное открытие, небольшое, очень динамичное, пройдет в 17 часов. И, в принципе, что мраморное здание, что выставочный зал – прекратят пропуск в 22 часа. Угу. Ну, естественно, что там люди еще будут находиться, но, тем не менее, у нас специфика закрытия, сдачи под охрану. То есть вот наша ночь такая. Но 20-го, еще раз говорю, 20-го. А 18-го, кстати... Это будет суббота. Да, это суббота, это замечательная суббота. Мы очень верим в то, что в этот день будет замечательно теплая погода. И все уедут тогда на дачу сажать картошку, Татьяна Сергеевна. Я думаю, что... А вот если будет дождь, то все придут. Нет, нам, к сожалению, мы готовы, но без дождя, потому что наша программа в основном называется «Музей под открытым небом». Я бы вообще хотела сказать, что мы очень много работаем над тем, чтобы музей вышел как бы за пределы своих стен. И поэтому вот то, что в анонсе прозвучало, это победа проекта «Музей Вятка глазами художников» в конкурсе фонда Потанина. Я думаю, что многие знают его замечательный фонд, много лет проводит конкурс «Музей в меняющемся мире». Кстати, сам конкурс меняется. Впервые появилась номинация «Страна-музей». И, в частности, проект целиком этот называется «Музейный гид». То есть вот тоже тема «Музей за пределами стен», «Музей, который участвует в развитии внутреннего туризма». В общем-то, проект очень прост. В самых знаковых исторических местах города будут установлены специальные такие вандал-устойчивые конструкции, модули, на котором будет, собственно говоря, изображение этого места с репродукцией картины художника. Причем отмечена именно специфика нашего проекта, что мы покажем работы кировских художников. Современных? Нет, самых разных. Самых разных. То есть вы сможете увидеть, как это место воспринималось глазами художника 19 века, 20-го. Учитывая, что замечательный наш художник над Вяткой музыкой играет, Дмитрий Сенников, который свою выставку открыл, вот так она называется, любовно у него, узнав об этом проекте, собственно говоря, подарил нам уже вот прямо с этой выставки картину. А он специализируется, кстати, на видах. Да. Причем вот, что приятно, хотя Кирова и датирована 2009 годом, да, картина. Дом Витберга. Дом Витберга — это не тот современный, который вы сейчас видите. Это он еще успел
ухватить. И замечательную фразу, кстати, сказал. А я ведь пришел потом, хотел написать то, что увидел, но понял, не то. Так замечательно прокомментировал. Вот, то есть увидеть можно, каким образом увидеть? Вы подходите, скачиваете мобильное приложение, которое будут разрабатывать наши замечательные партнеры Вятский государственный университет. Надеемся, что это, прежде всего, студенческая работа будет, тем более, что у них есть специальная группа, как мне сказали, которая работает именно в формате дополненной реальности. То есть вот продолжение нашей этой темы дополненной реальности. Вы подвели смартфон, и вы видите, собственно говоря, у вас есть возможность, листая, посмотреть, как это же самое место выглядит на картинах других художников. Также в контент войдет факты о художнике, кто это написал, об объекте, о ландшафте, в зависимости, еще раз говорю, о том, где это место располагается. Еще раз говорю, вы видите на модуле одно изображение, а сможете посмотреть там в зависимости от подборки до 5, а самое большое там 10-12 таких у нас есть картин. Кстати, действительно, вятские художники очень много писали Вятку. Это очень интересная тема. Проект очень получил высокую оценку. Здесь все в привязке. Мало того, в результате пока таких мест 6. Но это, собственно говоря, уже такой замечательный пешеходный маршрут. Мы встречались с нашими партнерами в городской администрации. В принципе, проект им сразу понравился. Ну, кстати, если будет интересно кому-то, то включиться в этот проект может любой, в том числе, вот мне кажется, по-моему, «Городская среда» называется партийный проект, где тоже создание такого социокультурного пространства городского. Ну, в принципе, можно поучаствовать. Ведь когда мы, например, разговаривали с ВятГУ, они интересные предложили темы для продолжения. У нас в 20-х числах фонд Потанина проводит для руководителей проектов установочный семинар в рамках интернмузея. Там мы будем представлены. И мы планируем, что в июне вместе с партнерами мы приготовим большую пресс-конференцию, где все это будет показано. И мы к тому времени надеемся формат именно и графика, и, собственно говоря, самого стенда с ними уже согласовать. Ну и очень хотелось бы еще, говоря впервые, кстати, действительно, что очень приятно, впервые музей участвовал в проекте, это очень большая редкость. Там было больше 160, по-моему, где-то работ представлено проектных. И, по-моему, всего 16 музеев выиграли. Ну, вы знаете, я считаю, это, правда, серьезная удача. Потанинский фонд чем и отличается? Он очень жестко подходит к отбору. И, пожалуй, это впервые, где, по крайней мере, с руководителем проекта проводится собеседование по скайпу. То есть там сидит комиссия, то есть тебе нужно защититься. Ну, в общем, это очень интересный момент. Ну и еще впервые мне хотелось бы о двух проектах рассказать, которые, знаете, вытекли, как говорится, друг из друга, что ли. У нас действительно очень добрые связи с Российским художественным научно-реставрационным центром Грабаря, которые тоже сделали для нас вот это мобильное приложение. Сейчас я внимательно слушаю. Так. Я уже в первом часе рассказывала. Тут дело в том, что мы завтра в 10 часов делаем такой арт-презентацию для средств массовой информации. Скажу, почему для средств массовой информации. Ровно год мы назад провожали эти предметы, мы так и называли их для себя, проводы, да, в Грабаря. Мы выставим точно самые, те же предметы, которые видели год назад в неотреставрированном виде. Это впервые такое мы показываем, как они вернулись. Мало того, будет возможность посмотреть, как они выглядели до того, как уехали. Для нас это ценно особенно потому, что в этих работах, которые уезжали на реставрацию, были те предметы, которые никогда запасников не покидали. Мы все-таки надеемся, что ремонт пройдет. И если все ничего, то по расчетным срокам это декабрь. Как бы, да, мы бы видели... Мы сейчас говорим об особняке. Нет, о мраморном. О мраморном. Но мраморное тоже мы готовим, знаете, уже сейчас задумываемся, у нас есть проект, который в декабре должен выстрелить мощно, пока тоже не буду хвастаться. Там уже мы получили тоже еще одну поддержку внебюджетную. В том числе будет меняться постоянная экспозиция.
То есть часть предметов мы планируем, что заведем из того, что мы получим. Это, еще раз говорю, отреставрированные. Отреставрированные. Mm-hmm. То там интереснейшие работы. Мы приглашаем завтра, найдите время. То есть у вас в планах менять экспозиции чаще, экспонаты чаще менять? Ну, безусловно, что mm-hmm. постоянная экспозиция, как бы хороша она ни была, она все равно должна меняться. То есть особенно знатоки хорошо это чувствуют, понимают, что да, вот что-то новое появилось, новые истории. И когда мы увидели, насколько большой интерес вызывают вот эти вещи, да, то есть как бы заглянуть за кулисы музея, заглянуть в святая святых фонды. В общем-то, родилась идея создать проект мастерской реставраторов. И вот у нас буквально на прошлой неделе, это был наш первый, мы даже все переволновались очень сильно, у нас были первые учащиеся в гостях Святской гуманитарной гимназии. Замечательная группа, причем все они занимаются в художественной школе. Это было приятно как раз работать с детьми, которые понимают, чувствуют и могут, условно говоря, оценить, что им показывают. Вот, действительно, их пустили в мастерскую, им показали, рассказали, как работают реставраторы. Причем у нас, еще раз говорю, очень замечательный реставратор появился, которая проходила стажировку в Сергиево-Посадском, в Лавре, вот Сергиево-Посада, выпускница Штиглица. И, конечно, когда она рассказывала, как она реставрирует, у нее совершенно замечательные работы по реставрации икон. Мало того, им показали, как реставрируется живопись. Даже показали эти все, казалось бы, нехитрые, но очень важные предметы, которыми эти утюжки специальные, как проглаживаются. И потом, когда уже в рамках вот этого урока они поднялись в небо, пишут красками святыми, вот верите ли, дополненная реальность, да, смотрится уже совершенно по-другому. Когда... Куда они поднялись? А небо пишет красками святыми, замечательная выставка, где 11 работ. Это единственный региональный музей, который показывает вот такое мобильное приложение, специально написанное для нас. Базовое такое приложение, если вдруг вы надумаете скачать, сейчас называется «Артефакт». Он, то есть двигаются вперед, они развиваются. Раньше оно называлось «Искусство реставрации». И вот в рамках этого приложения специально для нас было сделано приложение для нашей выставки «Небо пишет красками святыми». Вы наводите на икону отреставрированную, совершенно шикарную, например, «Рождество Богородицы», и видите, как она, уезжая на реставрацию, уезжала под именем «Лик Спасителя». И когда начали расчищать, вот увидели. Это уже, еще раз говорю, после того, как побывал у реставраторов, поверьте, другое немножко впечатление. Мы планируем, что мы такой проект запускаем, и пусть он не будет, конечно, там частым, то есть это будет специальная запись, всего 8 человек, причем взрослые могут, условно говоря, заказываться специальные пропуска, то есть система... Реставрационная мастерская. Да, реставрационная мастерская музея. Очень интересно. Всем детям, в общем-то, в восторге были. Приятно даже то, что одна из девочек потом сказала: знаете, я тоже вот хотела связать как-то вот с живописью, как бы мне это все интересно в этой сфере. И знаете, я задумалась, а может быть. Даже сказала, что выбрала бы живопись и скульптуру реставрировать, потому что мы показывали именно эти все вещи. Какого возраста были дети? Дети были, это восьмиклассники, это значит 13 лет, если я ничего не путаю в современном исчислении классов. Вот такие проекты, и приятно говорить, что впервые. И поэтому, когда мы говорим, что для нас сегодня впервые, мы хотим все-таки основной акцент в ночи музеев сделать музей под открытым небом, и площадка у нас, которую мы называем главной, основной, мы сейчас очень упорно работаем над тем, чтобы она состоялась именно так, как мы задумали. Это будет для детей на улице. Мы планируем такая, знаете, художественная мастерская «Земля – наш общий дом». Продолжение замечательного проекта «Доверим землю детям». Прежде всего, конечно, она посвящена году экологии. И в то же время это будет своеобразная такая замечательная визитная карточка нашего музейного творческого центра. Мы очень рассчитываем, и, может быть, даже и к вам обратимся. Мы знаем, как вы много работаете с благотворительными фондами. Вот у меня, в частности, сейчас, когда наконец-то мы вроде бы уверены в том, что мы нашли деньги на материалы, нам бы хотелось очень связаться с руководителями
дорогой добра, поскольку один из элементов вот этого праздника — это фанерные фигурки, которые мы хотели бы, чтобы дети расписали сами, так как они думают, как они видят, и создали такой, знаете ли, на улице хоровод дружбы. То есть это и наши детки порисуют, и те, кто придут на ночь музеев, поэтому еще раз говорю, приглашаем милых, замечательных детей с родителями прийти поучаствовать в этом таком строительстве замечательном и городка. И, в общем, там еще есть элементы интересные. Не буду все пока рассказывать. А вот эта вот открытая площадка, она будет у музея, мраморного здания? Да, у мраморного здания, да. Мы им отдаем землю тоже, условно, поскольку пока не будут у нас усажены клумбы. И вполне возможно, что в связи все-таки с надеемся, что ремонт начнется, тут тоже нельзя будет пока использовать под цветы. Вот в этой зоне они создадут свою маленькую землю. Опять же, на улице совершенно замечательная экскурсия, которую мы только один раз сделали и хотим повторить в ночи музеев. Это так называемый наш уличный вернисаж «Идеалы красоты». Автор Ольга Владимировна Крупина, руководитель нашего отдела научно-выставочной деятельности. Совершенно замечательные портреты женские, совершенно замечательные судьбы и женщин, и, собственно говоря, самих работ. Мы планируем, что вот такая экскурсия будет на улице проведена дважды. Татьяна Сергеевна, нам сейчас нужно прерваться на небольшую буквально, на небольшой перерыв, и после мы продолжим говорить и про выставки, которые грядут, и про Ночь музеев, также завершим тему. Замечательно. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». В гостях у нас Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых. Напоминаю, что на сайте hakirova.ru и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Мы его приурочили к предстоящей во всей стране Ночи музеев. И хотим у вас спросить, пойдете вы на Ночь музеев в конце мая, 20 числа, как выяснилось, или не пойдете? Бывали ли, да. Ситуация на сайте не изменилась. 100% ответивших говорят, что никогда не были, но собираются. 100%? Мне кажется, да. Да, ты представляешь? Очень странно. На первом месте ВКонтакте. Остальные, наверное, просто думают, вот те, кто бывает, постоянно думают, что за чушь. Конечно, мы ходим вообще. Еще голосовать тут еще. Да. ВКонтакте на первом месте «не ходил и не собираюсь», примерно столько же, около 30% «никогда не был, но собираюсь», 26% «был пару раз и хожу не первый год», около 13%. Mm-hmm. Говорим мы про Ночь музеев и в музее имени братьев Васнецовых. Татьяна Сергеевна как раз рассказывала о программе мероприятий. Ну, если можно, я еще несколько слов про мраморное здание расскажу. Итак, я думаю, что те, кто нас слушал до перерыва, уже услышали нашу главную идею. Это музей под открытым небом. И очереди, кстати, будет на что посмотреть и, возможно, поучаствовать, кто-то захочет. Еще раз приглашаю в 5 часов вечера 20 числа вместе с детьми прийти, потому что, еще раз говорю, наши дети будут нашим самым главным участником этого мероприятия. Что касается внутри, то у нас есть очень интересное, не знаю, слово «фишка» некрасивое, но давайте изюминкой назовем. Дело все в том, что... дети любят. Да, дети любят. Фишки. Ну да, действительно, мы, честно говоря, с этим столкнулись впервые, потому что на нас вышел, не знаю, будет ли это реклама, не сочтите, Дом.ру, и предложил очень интересную свою программу провести внутри. Поэтому они... мне даже, наверное, сейчас придется это прочитать. Будет замечательная фотозона организована. «Хромакей» или проектор с репродукциями работы собрания Вятского художественного музея. И сразу же будет делаться моментальная печать фото. В принципе, в больших музеях мы видали такое. То есть там вы стоите на фоне зеленого экрана, проецируется, и вы как бы внутри этой замечательной какого-нибудь шедевра. Да, ну чтобы вот как бы не сочли за рекламу, больше не повторяем. Не повторяем, кто да? Это? Все, не повторяем. Одна из компаний. Одна из компаний. Партнеров. И что еще интересно, они замечательно придумали
идею это по выставке «Дыхание современности» провести квест. Что замечательно, в этом я вам хочу сказать. Потому что, во-первых, «Дыхание современности» — это выставка огромная, я считаю. Такой хороший отчет кировских художников перед своими зрителями, так назовем, почитателями. Представьте себе, более 100 художников, более 300 работ. В ночь музеев вы это все сможете увидеть. Мало того, поиграть на ней. Это даст вам возможность что-то узнать более подробно. Вы знаете, работы очень интересные. Тут сама водила гостей. Вы знаете, были поражены вот тому разнообразию представленных работ. Ведь там от живописи до декоративно-прикладного искусства, скульптуры, то есть вот на любой вкус. Поэтому, Светлана, я тоже думаю, что могла бы найти что-то интересное. Ой, у вас на самом деле всегда все очень интересно. И с детьми так особенно. Вот, и поэтому мы планируем, что в рамках «Дыхания современности» на этой площадке, во-первых, будут мастер-классы по керамике, мастер-класс по дымковской игрушке. И, наверное, то, что никто, наверное, никогда не видит, а мы предлагаем в 7 часов поучаствовать во вручении членских билетов вновь принятым членам Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». То есть мы даем площадку, чтобы внутри вот этой своей замечательной выставки, это очень серьезное, торжественное для художника событие, поэтому нам очень приятно, что оно проходит на нашей площадке. И самое интересное, что в 21:30 будет совершенно уникальная кураторская экскурсия по этой выставке кандидата искусствоведения Кувалдиной Ираиды Валентиновны. Я думаю, что те, кто придут, учитывая вот ее знания, с какой любовью это все создавалось ей как куратором, я думаю, будет очень интересно. И еще хочу сказать, что в мраморном здании к 18-му как раз мы стараемся, это открытие будет 18 числа, мы делаем, опять же, для наших замечательных любимых детей, замечательную, опять же, выставку скажу. «Игры и игрушки. Вчера и сегодня». Почему проект замечательный? Вот здесь, знаете, немножко, опять же, впервые переворачиваем. Все время говорят о том, что наши замечательные классические музеи, региональные, федеральные, должны оказывать содействие всяческое частным. Это так написано в указах майских, кстати, президента, которые все знают, но не знают, может быть, до таких подробностей. А там вплоть до того, что это вписано. И вот эта выставка уникальна тем, что вокруг частной коллекции антураж только будет наших произведений. То есть основной акцент делается именно на куклу из частной коллекции. Если позволите, я очень быстро, конечно, потому что выставка готовится, в общем-то, очень интересно. В частности, будет представлена коллекция Елены Тарасовой, городская кукла немецких фирм. Ну, чудесные фарфоровые куклы, они роскошные, романтичные, такие, с задумчивым взглядом огромный глаз, просто ангельское выражение лица по последней той моде, там, конец 19-го, начало 20 века, то есть, ну, вот такие, прямо вот чудо какое-то. Немецкая кукла, она вообще чудесная. Рядом в то же время будет показывать свои работы Татьяна Мамонова, известнейший мастер-кукольник, у нее чудесные куклы, я не знаю, они просто с какой-то живой душой. Она же много лет работала бутафором-декоратором в Кировском театре кукол. И вот все может из любого материала куклу сделать, но у нее совершенно своя техника, она особенно любит текстиль и папье-маше. Там кукла просто, ну, вот пластично одушевленная и какая-то по-домашнему совершенно уютная, в отличие там, например, от той же немецкой куклы. И, пожалуйста, Лариса Сметанина, народный мастер России, которая работает с природными материалами, но у нее совершенно уникальная, конечно, вот из соломы то, что она делает. И сейчас у нее новая тема, она такие композиции составляет. Вот мы 18 мая, в День музеев, хотим именно открыть вот с таким акцентом. Вот так вот еще не поворачивалось. То есть обычно приглашают дополнить, да, а здесь мы так слегка дополняем вот это все. Ну, конечно, мы тоже покажем свои, но еще маленький такой сюрприз, мы пока тоже не будем говорить, там мы планируем, что покажем кукол из частных коллекций сотрудников музея. Тоже можете увидеть, чем увлекаются и какие куклы. Для тех, еще раз говорю, кто любит драйв, мы ждем, конечно, на площадке выставочного зала. Генриетта Альбертовна Чепурина, у нее своя концепция вот этого праздника. Он делится на... У нее, во-первых, в дополнение к музею под открытым небом есть свой девиз «Стоп солнце». И на площадке будет две больших площадки. Это
«Тысяча и одно кимоно», и вторая площадка — «Сальвадор Дали. Священное писание». Вы можете эти выставки смотреть уже сейчас, но программа, как начнется в 16 часов и допоздна, будет разделена на эти два блока. Там будет и музыка, там будет много всего интересного. Мы с нетерпением будем вас ждать, дорогие друзья. Вас мы, я приглашаю совершенно персонально и отдельно, дорогие ведущие. И мы будем крайне обижены, если вы в соответствии с опросами никогда не ходили, не собирались. Я была на ночи музея. Была, была. Татьяна Сергеевна, надо только сказать еще раз условия посещения музеев в эту самую ночь 20 числа. Вот можно я все-таки скажу эту фразу? Дорогие друзья, те, кто приходит на ночь музеев, специфика ночи такова, что бесплатно мы показываем только то, что из фондов музея. Mm-hmm. Произведения, которые входят в наши коллекции. Все, что находится, частные коллекции, коллекции так называемые коммерческие. Вот как, например, японское кимоно, это коммерческая выставка, как и, собственно говоря, Сальвадор Дали. То вход на них, конечно, платный. Mm-hmm. Это условия наших договоров. Поэтому... Поверьте. Планировать свой нужный досуг заранее. Заранее, да. Эта вся программа в ближайшее, думаю, время появится. И там четко обычно обозначается. И плата, вот по крайней мере на сайте у себя в программе мы всегда показываем, где платные мероприятия, где бесплатные. Но поверьте, если кто-то даже не собирается эти скромные, совершенно скромные деньги заплатить за посещение каких-то вот выставок, поверьте, бесплатных мероприятий будет очень много. И детям вашим, и вам будет, безусловно, очень интересно. Поэтому, милости просим. Но большая такая человеческая просьба. Приходите именно посмотреть, а не пробежать по музеям, что бывает крайне обидно сотрудникам, что когда вы просто бежите по залу, ну как бы ставите галочку. Всегда приятно работать с теми, кто пришел осознанно, пришел посмотреть, может быть, выбрал какой-то для себя мастер-класс, позанимался. Мы очень искренне любим таких посетителей. Мы ждем вас с удовольствием. Наши мероприятия будут подготовлены для того, чтобы вам было приятно быть на ночи музеев. С 20 по 21 мая будет проходить ночь музеев, в частности, музей братьев Васнецовых в 14 часов откроется площадка в Краеведческом музее. Нет, площадка на филиале нашем музея усадьба Хохряковых. Два часа. Выставочный зал в 16 часов, но он там насчет у них там... Яснолада и этноперкуссионная студия «Ритм Боже радости». Мой. Она настолько вас начнет завлекать, что вы не пройдете мимо выставочного зала. А еще раз повторю, мраморное здание начнет свою программу в 17 часов. Милости просим. Встретимся в музее. Ой, знаете, чего мне каждый раз не хватает? У нас внутренний туризм так развивается, развивается. А мне не хватает вот этих комплексных брошюр. Вот они уже должны лежать у нас на столе от нашего центра туризма, где по поводу все, всех музеев. Все, все. И если я хочу пройти и платные, и бесплатные. Я хочу купить абонемент заранее и запланировать все заранее. Вот, замечательное слово, но, к сожалению... Комплексный, хочу абонемент. Вот это, на несколько дней хочу. Замечательно. Вот, я не знаю, как несколько дней, но то, что ночь музеев, это, наверное, надо все-таки... Пусть будет две ночи. АУ, всех Министерство культуры. Потому что создать, как учредитель, единый абонемент, к сожалению, да, это не мы можем. Это может только учредитель принять эти нормативные документы. Мы просто документы. Помним последний фестиваль науки в опорном вузе. Ну, просто там было столько людей. Ну, собственно, как и в ночь музеев. Поэтому давайте ночь музеев на две ночи растянем. Вот с комплексным абонементом, чтобы спокойно с расстановкой все успеют по всем музеям пройтись. У нас такое распредложение. Федерального министерства все в один день максимально. А мы можем региональный сделать. Первый день федеральный, а второй региональный. Слушайте, замечательное совершенно предложение. Я думаю, их надо сейчас записать и передать в Министерство культуры Кировской области. Спасибо большое. Мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. Приглашайте. Татьяна. Очень Мазур, люблю бывать у вас. Директор Вятского художественного музея имени Васнецовых была в дневном развороте. Александр Сохин. Светлана Занько. Всего доброго. До свидания.